27 марта во всем мире отмечался День театров. Это профессиональный праздник актеров, режиссеров-постановщиков, продюсеров, светотехников, звукоинженеров, монтировщиков декораций и всех, кто связан с театральным творчеством. В Ненецком округе один из самых известных театров «Илепс» не только радует зрителя постановками, но и выполняет важную миссию – сохранения ненецкой культуры. Елизавета Кабанова продолжит. Злая Вайване, ослепившая кипятком своего мужа, спустя 17 лет возвращается к нему в Чум и оставляет слепого старика и его дочь без тепла и еды. Так начинается пьеса «Камень жизни». На сцене артисты народного театра «Илепс», которые перевоплотились в жителей тундры. Декорации и впрямь позволяют окунуться в самобытную культуру северного народа. Что случилось-то? Вот на переднем плане появляется смелый и добрый молодой парень. Главный герой не только одерживает победу, но и получает в подарок от Белой совы книгу мудрости, которую хотели заполучить антагонисты пьесы. Белую сову сыграла Маргарита Мирова. Женщина признается, она рада вернуться на сцену и скучала по ней еще со студенческих времен. Для меня это отдушина, наверное, потому что мы работаем, да, каждый из нас вот приходит, и где-то ведь работаем, и поэтому для меня отдушина отдых, отвлечение от повседневных дел, наверное. Ну, очень нравится ходить в театр, исполнять какие-то роли. Режиссурой пьесы занимался Сергей Никулин. Перед ним стояла задача поставить пьесу из репертуара Народного Наринмарского театра, в честь которого была проведена театральная суббота. Выбор пал на произведение Александра Клейна «Камень жизни», которую Сергей Никулин ставил в 1980 году на сцене Дома культуры. В этот раз пьеса немного видоизменилась, и вместо обычного дома действия разворачивались в Чуме. Традиции Коми сменились ненецким колоритом. В 97 году, после годы создания театра, Прокопий Андреевич пригласил меня в качестве режиссера. Ну, в ряду причин приходилось уходить из театра. Ну, и вот сейчас вот пригласили, я до конца сезона согласился. Вот. А вот уже третий год работы. Продолжаем работать. Очень интересно, и ходят сюда действительно люди разных специальностей, но все по национальности ненцы. И таким образом они горды тем, что они продвигают национальное искусство. Конец 2020 года стал для театра незабываемым. В декабре ненецкий театр «Илепс» получил статус народного. Как признается Сергей Никулин, столь почетное звание сложно получить, но потерять его не составит труда. У «Илепс» за плечами множество постановок, гастролей, а также наград. Не раз был признан лауреатом не только в округе, но и за его пределами. Тогда меня театрана сыртадах зирмани тянкува. Что в переводе значит «приходите в театр посмотреть, как мы ставим спектакли». Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, телеканал «Север».